На экскурс в историю пришли учащиеся школы номер 6, а также почетные гости. Историк и краевед Валерий Валиев, председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов, заместитель председателя совета ветеранов Иван Денисенко. Тематическая встреча сопровождалась яркой презентацией с историческими фотографиями начала 20 века и кадрами из фильма «Октябрь» режиссера Эйзенштейна. Это позволило юной аудитории соприкоснуться с революционной атмосферой тех лет. Гости задавали восьмиклассникам вопросы, приводили примеры и говорили о том, что важно помнить о переломных моментах истории России, о тяжелых годах борьбы и страданий, о Великой Октябрьской революции, разом перевернувшей ход мировой истории в целом. Та власть, которую принес Октябрь на российскую землю, она ликвидировала беспризорность, безграмотность, о чем Валерий Александрович рассказывал перед школьниками. Мы, конечно, стремимся это передать, чтобы они стремились изучать свою историю.